Шалом, друзья! Я сегодня хочу продолжить тему, которую Всевышний вкладывает в мое сердце, тема, касающая восстановления отношений Бога Израиля со своим народом через жертву Сына Своего, Ишуа Мессии. Знаете, я хочу вам прочитать отрывок из так называемого еврейского местописания Римлянам, 9 глава. Апостол Павел пишет следующие слова в первом стихе. «Истинно говорю, в Ишуа, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы и сам быть отлученным от Машеха, забратьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Я хочу обратить ваше внимание, на то, что написано, что и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, и машиях, они по-прежнему принадлежат Израилю. Я хочу, чтобы вы увидели, что глагол принадлежат, стоит в настоящем времени. Это как бы если бы у вас была карточка, где на, нем, где на карточке лежала определенная сумма на ваше имя, и вы, имея эту карточку, не могли бы воспользоваться ею в банке, по-прежнему оставались нищими. Это, это карточка ваша. Никто не может воспользоваться ею. Но вы, если не пользуетесь ею, она не имеет никакого значения и не приносит никакой пользы для вашей жизни. Самое интересное, что народ Израиля сегодня оказывается в таком состоянии, не принимая еще Мессии, имея всю полноту отношений с Богом, отказываясь от тех благословений, которые Бог приготовил для своего народа. И я хочу обратить ваше внимание на слова Рафа Шауля или апостола Павла, известного в христианском мире апостола язычников. Это был еврей, который переживал за свой народ. Конечно, мы можем сказать, он еврей. Если бы я был евреем, я бы тоже переживал. Но мы не знаем до конца мотивов и сердца апостола Павла. Но я хочу обратить внимание, что это была не просто боль Рафа Шауля за свой народ, это была боль за все человечество. Важно понимать, друзья мои, у нас у мессианских евреев есть такая пословица, что Бог настолько любит все народы, что избрал для этих целей Израиля. И поэтому мы можем увидеть, что в этой боли, и в этом сердце, и в этом желании апостола Павла отражаются все переживания Всевышнего. Это не просто слова. Я хочу быть отлученным от Христа. Он переживает в конечном итоге за все человечество. Потому что как учитель, как человек, который знал священные писания, как ученик Гамалила, он понимал, что когда Израиль примет своего Машеха, произойдет восстановление отношений с Всевышним, всего человечества. Вы можете сказать, а где это написано? Что Израиль должен принять и только после этого все человечество придет к познанию Бога. Я хочу, чтобы мы сегодня заглянули с вами в Бритхадаша, в Новый Завет. 15 глава говорит следующую, описывает следующую историю. Это история, когда Варнава и Павел пришли в Иерусалим, и они рассказывают о том, что Бог сотворил с язычниками, какие чудеса и знамения сопровождали их миссионерское путешествие. 15 глава, 13 стих. После того, как они умолкли, начали речь Яков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Яков, это брат Иисуса Христа, который был старшим на тот момент пресвитером Иерусалимской церкви. Симон объяснял, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы оставить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидова, падшую, и что в ней разрушенного создам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестятся имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что Иаков, он ссылается на пророчество Амоса. И важно понимать, что речь идет не просто о скине Давидова, как о собрании Давидова. Речь идет о восстановлении Израиля. Сегодня во многих христианских служениях принято говорить, что это речь идет о поклонении, о молитвенном служении, о пророческом служении. Да, возможно, так и есть. Но в первую речь здесь говорится о восстановлении дома Израиля, о восстановлении народа Израиля в его отношениях с Богом. И вы все помните эту историю, когда... Дух Святой сошел на язычника в доме Корнилия. Петр был удивлен, потому что Дух сошел на тех людей, которые не состояли в завете с Богом Израиля и были не обрезаны. Они были вне завета, но Бог начинал работать и с неевреями. Это было очень удивительно для евреев, так как на тот момент они были единственным народом, народом завета. И Бог начал привлекать к себе другие народы, не состоящие в завете. И интересный момент – Павел, он пошел и с Варнавой служили язычникам. Он был апостол язычников, язычников, которым прислал его служить Всевышний. Обратите внимание, что важно понимать, что только после того, как будет восстановлен дом Израилев, Библия говорит, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы. Знаете, это восстановление сегодня растянулось на тысячи лет. Но этот процесс восстановления начался тогда, потому что до этих событий народ Израиля не слышал голос Божий почти две тысячи лет. И с пришествием Роха Кодыш, Духа Святого, началось восстановление Израиля. И к этому восстановлению теперь могли присоединиться верующие из неевреев. И сегодня мы видим этот процесс восстановления он происходит. И мы сегодня являемся участниками великого процесса восстановления народа Израиля в его отношениях с Богом. Через восстановление Израиля в конечном итоге все народы придут к познанию Всевышнего. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на слова, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое. Итак, мы с вами видим, что когда Израиль придет к познанию Всевышнего и восстановит с ним свои отношения в полноте, все народы, они увидят и узрят, что Бог, он является по-прежнему Богом Израиля, и все народы придут к познанию Всевышнего. Я хочу сегодня с вами помолиться, чтобы каждый из вас, те, кто сегодня является частью Божьего народа, кто считает Израиль своим братом, кто нуждается в том, чтобы пришла эта полнота отношений в теле Мессии, стал в пролом за Израиля и молился о том, чтобы была восстановлена падшая скиния дома Давидова. Дорогой Отец Небесный, во имя Сына Твоего, еще Мессии, я ходатайствую сегодня за народ Израиля и за людей, которые сегодня еще не знают Тебя, Господь. Я прошу Тебя, помоги, Господь. Помоги сегодня всем нам стать в проломе за народ Израиля, чтобы народ Израиля познал своего Мессия, чтобы он примирился со своим Творцом через жертву Сына Своего, Ишуа Мессии, и через то, что Израиль восстановит свои отношения. Все народы в конечном итоге обратятся к Богу Авраама, Исхака и Якова. И Господь, Твое Царство, оно будет установлено на этой земле. Благословенно имя Твое, во имя Сына Твоего молю, Ишуа Мессии. Очень наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и Сила и Слава вовеки. 아니.